котяра. И пришел посмотреть, что я тут делаю. Лук крошен полукольцами. Пишите в ленту, подписчики, как думаете, будет вкусно или нет? Приезжайте, накормим, типа того. Добавляем сюда же лучок. Чашечку не надо побольше. Ну все, грибы покрошили. Добавляем грибочки. Берем соль. Соль по вкусу. И перемешиваем все это. Сейчас я курочку уже почти натерла. Тут лук мочу. Чесноком. Боже. Так вот как-то. Ну все. И отправляем. Духовочку.